Господи, лице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие. Всех вас, возлюбленная паства моя, приветствую с праздничным воскресным днем. Спасибо, Господи. Жарким летним днем святым, да, во славу Божию. Никто не замерз? Нет, да, ну слава. Вы, детки, не померзли меня? Нет, ну слава Богу. Значит, перезимуем тогда. Скоро будет холодно. А так будем вспоминать, неужели мы полуголые ходили? Неужели так жарко было когда-то, зимой вспоминаю, неужели я в легеньком подвесничке ходил? Да не может этого быть. Ну, собственно, за все слава Богу. И за солнышко слава Богу, и за тепло, и за дождики, и за холод, и за зиму, за все слава Богу. Есть чудная вот молитва в Библии Святой, хвалите Господа, и солнце, и луна, и слава, и снег. И там столько в Великую Субботу перечисляем и все поем. Господа пойте дела и превозносите Его все веки. Песня хвалебная поется, вот Великую Субботу, Пресвятой Святой. И за все мы и должны благодарить Бога. Господь вновь нам милость дал, вновь мы молимся. Очередной неделе прожили мы мирно, тихо и спокойно. Но Господь, невзирая на трудности различные экономические, Господь собрал нас под своды храма себе для простой нашей христианской молитвы. Священники мы молились у престола Божия тихо, мирно, спокойно, братья, обители свои. И вас, Господь, сподобил тихо, спокойно, босиком, мирно молиться в нашем святом храме Божьем. За эту простую, крестьянскую, добрую молитвенную обстановку храма сего благодарим Господа. Дай, Господи, чтобы и в дальнейшем в простоте сердец своих и в чистоте помыслов своих приходили в храмы Божии и просто молились. Без всякой хитрости, без всякого лукавства, без всякого высокоумия, лицемерия, хвастовства, не быть, как тот фарисей. Боже, я ж благодарю, что я не такой, как та или то. Я ж праведник, я ж молюсь, я ж верую, я ж пощусь, я даю милостыню. И второй человек стоит у порога храма, великий презренный грешник мытарь. Он, ему стыдно зайти в храм Божий. Ему стыдно поднять очи на небо, помолиться. И что, какая молитва идет? Боже милости, будь нам грешным. И оправдал Господь неправедником мимого сего, толстопузого фарисея на нас похожего, а простого мытаря грешника. И нас разуми этой, Господи, чистой простоте, осознавать свои грехи, простить Богу, молиться, и по вере нашей да будет нам. Как веруем мы, как молимся, так и получим от Господа. Многие говорят, батюшка, за мужа там надо, буду молиться, псалти читать, это хорошо. Но если он сам, или жена, или дети не начнут молиться, успеха будет, сразу говорю, мало. Если, например, человек заболеет, врач ему лекарство припишет, а вы вместо него будете пить это лекарство, больному поможет? Абсолютно. Если больной будет принимать лекарства, ему обязательно помощь будет. Так и мы. Если мы, они сами несчастные эти люди, пьяницы, наркоманы, заблудшие, не будут молиться. Очень тяжело. Нам будет польза за то, что мы молимся. И доброе дело великое будет. И молитва будет сильна. Но самое главное, чтобы они исцелились, несчастные эти люди, им самим нужно молиться, тем же пьяницам и наркоманам, читать тот акафист,
в неупиваемой чаше самим, не нам, а им самим это лекарство принимать духовное, псалтит читать, постмолитву соблюдать. И самое главное, любой грех, любую страсть возненавидеть надо. Вот тогда мы и покончим с любым грехом. Если мы будем лелеять, жалеть грех свой, самооправдывать свои грехи, мы никогда не покончим с этим грехом. Об этом подумать надо. Вот, особенно тайные наши грехи, тайные блудные привычки, тайные блудные помыслы наши. Если мы их возненавидим, значит, мы бросим их. Если не возненавидим, очень тяжело будет тогда. И дай Господи, всегда говорю, осознание грехов наших, ужаснуться пагубности грехов, не самооправдывать свои грехи, осознать их и возненавидеть, почувствовать мерзость этих грехов. Вот тогда с Божьей помощью обязательно мы бросим. Мы исцелимся, мы обновимся, мы будем врачебницей, которой мы получили исцеление от болезни грехов. Вот этому научи нас, Господи. Разуми, как избавляться, но лучше не привыкать ко грехам. Легко привыкнуть к любому греху. Вот читаешь молитвы, на тебе, думаю, сегодня некогда, дай я сокращу, две молитвы пропущу. Все, в следующий раз ты уже автоматически их пропускаешь, эти молитвы. Их никогда ты уже не начнешь читать, если ты сам не заставишь. Любое дело, ой, в понедельник, да все ж кушают, и я поем, дай же скромного, ладно, я в дороге, в пути и прочее. Все, в следующий понедельник ты уже будешь есть сознательно. И так нарушил один раз, споткнулся, любой грех, блуд какой-то сотворил. Страшно сотворить первый раз грех. Попробовал, получилось. Ага, уворовал, почему же еще раз не уворовать? Вот и пошло, и поехало. И так получается греховное тяжкое падение. Любой грех, как в болото легко залезть, как трудно потом избавиться от этого греха. Вот вразуми, Господи, следите за собой. Бесконечно говорю, следите за собой. Анализируйте свою жизнь ежедневно. Подумай просто, сядь 2-3 минуты. Что ты за день сделал плохого? Что хорошего, Господи? И то плохо было, и с тем я плохо человеком обошлась. И того я не утешил человека, и тому я плохо человеку больно сделал, и то нехорошо сделал. За все прости меня, Господи, я же не должен так делать. Самоанализ прошедшего дня. Вот, что хорошее, ой, слава Богу, что человеку помог я. Кто-то хорошее сделал, славу, дай Боже, и в дальнейшем так поступать. И постоянно критически относиться к себе, к своей жизни. Вот, и тогда будет легко вам в духовной жизни. Тогда вы не будете духовно мертвыми людьми, а постоянно будете духовно жить. И самый главный дар какой? Страх Божий. То, чего нам всем не хватает, стою Христом, и он прости нас, грешник, что мы страха Божия, Господи, не имеем. Если бы мы страх Божий имели, конечно, мы бы тогда ангелы не соединили, тогда мы вообще и крылышки бы повырастали, у нас бы не танек, а так страха Божия нет у нас. Самый наш большой грех, что мы живем без страха Божия. Почему церковь напоминает в конце каждой литургии, придите, чада, страху Господню научу вас. Не животный какой-то страх, чего-то бояться, трястись, переживать, а благоговейный страх Божий. Это же плохо, если я сделаю. Ведь мне Бог все дал, и здоровье, и силу, и красоту, и ум, все дал Господь. Зачем же я буду Бога гневить своими грехами?
Вот это торва, страха Божия, постоянно да сопутствует всем нам. Вот тогда мы будем христианами, легко нам самим будет тогда жить со, с этим тормозом страха Божия, и окружающим нас людям будет очень легко с нами общаться. Да научит Господь нас страху Божию. Как-то нужно поступать в жизни, и бесконечно говорю, даже священному духовному рассуждению, научи нас, Господи, как правильно поступать. Какие мы бываем заблудшими, не имея простого дара рассуждения, как правильно поступить, как правильно сделать, как правильно сказать. Вот мы не имеем этого многие. Вот от этого дара Божьего надо просить у Господа обязательно учиться. Святое Слово Божие учит этому духовному рассуждению. Жития святых учат духовному рассуждению. И учат обязательно святые отцы духовному рассуждению, особенно оптинские старцы. Чудному духовному рассуждению учат, как они правильно сами поступали. И нас учат этому правильному пути спасения. Разуми все, думайте. Всегда в жизни, как правильно поступить. Если что неправильно, обязательно помогай Господи исправиться. Говоришь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложа на алтарь твой тело.